Всем привет! Ирарта, выставка Миши Брусиловского «Лабиринты времени». Музей Ирарта представляет первую в Петербурге выставку Миши Шаевича Брусиловского, одного из самых заметных российских художников второй половины 20 века. Я зачитываю анонс выставки. Превращение повседневной рутины в возвышенную легенду. Странствие по петлям и лабиринтом времени, автор, получивший признание на родине и за рубежом. Родился в 1931 году, знаковая фигура уральского искусства. Родившийся в Киеве, впервые оказался на Урале, в эвакуации еще в детстве. После окончания Академии художеств в Ленинграде, он по распределению попадает в Свердловск, где живет и работает с перерывами на Париж и Нью-Йорк. Более 50 лет. С именем Миши Шаевича связано оживление и обновление творческой атмосферы Свердловска, Екатеринбурга. Вместе с друзьями он совершил брусиловский прорыв в местной художественной жизни. В ряду шестидесятников брусиловский художник особенный, стилистически узнаваемый, умеющий преобразить повседневность в притчу, а факт истории в глобальный миф. Среди близких автору тем бурная история 20 века, библейские сюжеты, античные миры и картины повседневной жизни, увиденные из глубины времени. Брусиловский – талантливый сталкер по петлям и лабиринтам времени. Выставка в музее Ирарта как раз о том, как творчество преображает рутину в возвышенную легенду и притчу. Он один из немногих российских художников второй половины 20 века, получивших признание за рубежом. Его работа 1918 показывали на Венецианской биеннале в 1966 году. А в 1989 в Париже с большим успехом прошла персональная выставка автора. В связи с ней французская пресса упоминала имя Брусиловского в одном ряду с такими русскими художниками, как Илья Кабаков и Эрик Булатов. Работы Брусиловского можно увидеть в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Москве, Париже, Лондоне, Пекине, Шанхае, Гонконге, Берлине, Венеции. Вот такие работы представлены на выставке Ирарта. Миша Брусиловский «Лабиринты времени». Пока-пока, до свидания, смотрим работы.